Торгово-развлекательный комплекс «Арбат» отметил День матери большим праздником. Посетителей выходного утра приятно удивил концерт и конкурсная программа в холле первого этажа. Помимо покупок, гости покинули «Арбат» с подарками и позитивным настроением. Мамы в пляс. Зажигательные и интересные конкурсы, яркие и трогательные номера заставили гостей расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Приглашенные ученики музыкальных школ и творческих студий посвятили мамам песни и стихи. Поздравления от самых дорогих не оставили равнодушными никого. Это не только для мам, это еще в первую очередь для детей. И очень хорошо, что город, что торговый центр проводит такие мероприятия для детей. Мы часто посещаем торговый центр «Арбат». И хотелось бы поздравить с Днем матери всех наших матерей, и особенно мою мамочку. Мамочка, я тебя люблю. Организаторы праздника в Арбате постарались сделать День матери добрым и незабываемым. Самые активные мамы участвовали в конкурсах, многие даже в нескольких. Подарков хватило на всех. Поздравляю всех мам с Днем матери. Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни. Как я тебя люблю, не передать. Ты лучше всех, скажу об этом прямо. Скажу и хочу всем сердцем пожелать любви, удачи и здоровья, мама. Завершился праздник в торгово-развлекательном комплексе «Арбат» песней о маме. Артем Ланягин, Андрей Тримайлов, Стерлитамак, служба новостей.